особенный он в первую очередь в связи с ковидными ограничениями. И это первый финал четырех, когда меня никто не попросил билеты на матчи, потому что приезжать в Кёльн и сидеть 5 дней в гостинице, наверное, не самое большое удовольствие для болельщиков. Но, тем не менее, у нас тут есть небольшая делегация, да, из работников офиса. Кто-то взял жен, поэтому какая-то поддержка будет. А так очень необычно. Тут мы только прилетели, сразу сдаем тесты. Особенно в город выйти некуда, все закрыто. Питание в две очереди. Сначала едят игроки и тренеры, и, там, через 40 минут там, офис, персонал команды, потому что в этом зале гостиница не очень большая, поместить всех одновременно невозможно. Поэтому, наверное, всем будет непросто, будет непривычно. Это такой нестандартный, непривычный финал четырех. Но не надо жаловаться на какие-то там обстоятельства. Нельзя забывать, зачем мы сюда приехали. Мы приехали играть, в первую очередь, в баскетбол. И, несмотря на все ограничения, там, надеемся показать лучшую игру. Ну, как и все три другие команды, поэтому даже не работают ни рум-сервис, ни мини-бары. Ну, масса ограничений таких чисто бытовых. Вот, ну, у нас есть время освоиться. Так что, в общем, не Москва. И по погоде тоже.